станем первым регионом в мире, в котором шахматы преподают во всех школах, включая сельские. Но и если говорить о программе вот «Шахматы в многодетных семьях», то как бы этой программой охвачено уже больше 200 семей. А если учесть что-то многодетное, то это где-то около 1000 ребят, мальчиков и девочек, которые в семьях изучают шахматы, получают удовольствие. Ну и мы надеемся, что шахматы и скрепляют как-то семейные узы и способствуют общению внутри семьи, укрепляют семью. В конечном итоге мы хотим, чтобы в каждой многодетной семье были наши шахматы. И это собственно, и цель программы, цель гранта. Так что мы движемся и уверенно движемся.